Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Ассасин Черный Флаг. Давайте. За Черный Флаг. А вот это тут. Так, куда нам? Что нам скорее это? Мне вообще похрену. А, нам недалеко, кстати, плыть-то. Там еще, блин, носа у нас. Давай. У меня такое чувство, что у меня тут кто-то лазил. Вот так вот, наверное, дочка. И точка. Шхуна, господи. О, месть. Я не понял. Убавить лиселя! Убрать крюс Марселе! Отдать все! Давай! О, Боннет! Наконец под своим флагом! Да! Мы с Черной Бородой расстались. Пора попытать счастье самому. Поздравляю! Да, все к лучшему. Надеюсь, мне будет о чем рассказать при встрече. Да, это бог. Эдвард! Ваша дружба ценнейшая, что я обрел в этих морях. Дороже золота и рома! Я благодарен за мужество, что вы вселили в меня! Это хорошо! Спасибо! Удачи вам во всем! Да. Действительно, он преобразился, торговец, при помощи меня. Вот такой я молодец. Показал ему конец. Неужто дома вас не любят? Неужто жены, родня и друзья совсем не ждут вас? Как еще объяснить полное безразличие ваших властей к вашей судьбе? Ладно, не кричите на них. Заложники в обмен на лекарства. Больше ничего. Если б ты знал, как им похрен на этих заложников. 6 дней. Никто не узнает. Проклятой, полной тишины. Я делаю вывод, что вы изгои в Чарльстоне. Пусть лучше ваши потроха пойдут на корм рыбам, а кости на растопку. Клянусь. И вот мой выбор. Убить вас, либо взять к себе на службу. Нелегкое решение, но колебаться я не стану. Здравствуй, Эдвард. Ты в своем уме, друг? Весь Чарльстон это видит. В том и суть. Видит око, да зуб не имет. Но? И где лекарства? Нету. Я послал отряд торговаться с губернатором. Прошла уже неделя. Нет ответа. Я разберусь. Дай мне день. То, что ты не смог за неделю, мне надо сделать за день. Вот да. Хорошо, конечно. Но мы так не доиграем. Ну, где? Давай.
Не проходит. Давай, давай. Какое-то движение. Солдаты. Так, мне сейчас пробираться надо. Не спешат. Пойдем за ними. Иначе нас может ждать неприятный сюрприз. Что задумал? Черная борода уже 8 дней держит заложников. Думаю, кто-нибудь да приготовил лекарство. А, но они тянут время. Ищут способ не отдавать. Да. Да. Давай найдем их и будем верить в лучшее. Ой-ой-ой. Тут главное не спешить. Главное не спешить. Осторожно. Мы у сторожевой башни. Да мы везде так нахрен. Вы не верите вашего капитана? Что за недоверие, господи? Там еще башня. Давай, на малых парусах. Паруса, капитан. Спешка нам тут ни к чему. А я и не спешу. Как видите. Осторожней, берега. Просто так не пройдешь, капитан. А другого пути нет. Всегда есть другой путь. Стоп! И оп! Давай. Тихо. За твою мать. Точно, у меня же есть яд берсерка. Чё я сиськи мну? Вот сейчас вы и похренакаете это все. Точно. Блять, я вам такой сейчас устрою колокол, мать ё. Да где ты? Вот так. Все. Убили кореша. И дальше как ни в чем не бывало. Да? Может, подходит. Вот так. А чё, они так кричать не могут, что ли? Ставь паруса. Привести к ветру.
Я их вижу, вон там. Надеюсь, река не станет хуже. Да, вот тоже надеюсь. Кораблю нужен океан, а не тихая заводь. Отдать лиселя. Рифить марселя. Сядем здесь на мель, не выберемся. Да, в другом месте ты выбрался бы. Будем копать, значит. Нас не заметили. Как вот там парус у меня держится, там нахрен там ветки. Аккуратней, капитан. Паруса спустить. Они уходят. Значит, оставлю галку тут. Я вернусь с лекарствами. Ясно. Давай. Ну ладно. Проклятые москиты из нас все соки повысосут. А правду говорят о черной бороде. Из головы огонь вырывается, как из вулкана. Если он и не сам дьявол, так точно заключил с ним сделку. Хорошо, его корабль на якоре не пытается прорваться в сердце Чарльстона. Чёртовы пираты. И когда с ними разберутся? Их всех поймают рано или поздно. Всех до одного. А это еще кто? Два крокодила пришли на ужин. Райдер, старина. Жарковато нынче, а? В другой раз поговорим о погоде, друг. Нет времени. Сняли бы блокаду. Какую по морю? А это лужа. Понимаю, все ради золота. Или хоть рома. А им нужны лекарства. Справляться с заразой, что кормится на их кораблях. Сифилис до цинга. Что еще? Их корабли, что тлетворные гробы. Блин. Увлекся. Увлекся. Аж дыхание затаил нахрен, чтоб меня не спалили. Хрен тебе нарыло. Как из вулкана. Если он и не сам дьявол, так точно заключил с ним сделку. Хорошо, его корабль на якоре не пытается прорваться в сердце Чарльстона. Чёртовы пираты. И когда с ними разберутся? Их всех поймают рано или поздно. Всех до одного. Это еще кто? Два крокодила пришли на ужин. Райдер, старина. Жарковато нынче, а? В другой раз поговорим о погоде, друг. Нет времени. Другого-то пути нет, надо здесь. Сняли бы блокаду. Такую по морю. Блин, немного подпалился. Лекарства, справляться с заразой, что кормится на их кораблях.
Сифилис да цинга. Что еще? Их корабли, что тлетворные гробы. Что это было? Крокодил, так ведь? Он идет к нам, я чувствую. Ой, ты как капитан Крюк из Питер Пэна нахрен. Крокодилов видел сегодня? Клянусь, что-то проплывало мимо лодки. Нет? Ночь тихая. Уверен? Я точно слышал шум в воде. Ты расшумелся. Иди уже. Капитан ждет. Это Райдер, что ли? Он самый. Тогда бегом давай, тебя ждут. А ты знаешь? Господи! Съели! Его съели, говорил я! Блин. Думал, не доберемся. Простите, несчастный случай. Рядовой Саймон, этот крокодил. Плевать мне на ваши случаи. Какие вести из гавани? Говори. Если блокада продолжается, но вроде... Да твою мать, это что вы будете делать-то? Блин. Привлек слишком много внимания, ладно. Саймон, этот крокодил. Плевать мне на ваши случаи. Какие вести из гавани? Говори. Без перемен. Блокада продолжается. Но вроде пока что никого из заложников не убили. Может, пора сдаться? Мне... Доверили дела в этом городе. И я не пойду на поводу у жалкого пирата, чтобы про него не говорили. Блин. Ладно. Не уверен, что тут куда-то надо прыгать. Потому что все для этого предрасположено. Несчастный случай. Рядовой Саймон. Этот крокодил. Плевать мне на ваши случаи. Какие вести из гавани? Говори. Без перемен. Блокада продолжается. Him, нахрен. О, блин. Несчастный случай. Рядовой Саймон. Этот крокодил. Плевать мне на ваши случаи. Какие вести из гавани? Говори. Без перемен. Блокада продолжается. Но вроде пока что никого из заложников не убили. Может, пора сдаться? Мне доверили дела в этом городе.
И я не пойду на поводу у жалкого пирата, чтобы про него не говорили. Да, сэр. Пока ключ у меня, никто не доберется до этих лекарств. Давай. Пока ключ у меня, никто не доберется до этих лекарств. А их всех пусть поразит чума. Чертов идиот. Что? Пираты! Это их корабль! Пираты! Назад! Во дворец! You're going nowhere! Bastards on the sights! На помощь! Твою мать! Ты что такой быстрый? Охренеть. На вот хренушки вам. Охренеть! Чё, я не успел, что ли? А почему? А вот так вот можно было. Все, понял. Блин. Мать его! Как сложно нахрен за ним гнаться! Ха-ха, надо было так сразу нахрен! Господи, спаси! Прогони дьявола! А-а-а! Черная борода сделал вам весьма щедрое предложение. Методы его жесткие, но ему нужны только лекарства. И он их получит. Да. Надо было соглашаться. Идиоты. Он вернулся. Сколько взял? Два ящика. И ингредиенты для новых порций. Ага, удачная мысль. Редкость в наше время. Слышали, мистер Рекс? Мой друг привез лекарство и спас вашу жалкую шкуру. Не скажете спасибо? Нужно уходить отсюда, Тэч. Ну, я бы на их месте бы уже в черной бороде бы присоединился. Нет, ты иди один. А у меня дела на севере. Значит, вот как. Бросаешь нас и Нассау. Слушай, друг, мой четвертый десяток на исходе. И если не добуду деньжат, чтоб пробить пятый, тихо и спокойно, скорее пойду на дно к черту в гости, чем прохожу капитаном еще год. Вот так. Мы еще встретимся, друг.
На этом свете. Или на том. Или на том. Правильно. Усыпите крокодилов дротиками. Зачем? Освежите крокодилов. Уже не надо. Что он плохого сделал крокодил-то? Только хотел вспомнить о ней. О видеоролике, который можно сделать из твоего материала. Не спеши, я подожду у лифта. Только хотел напомнить. Сказал бы, что права не имеет, но на самом деле... Давай. Сюда. Ну, он уже ждет. Конечно, ждет, ты же сказал, что у лифта ждешь. Поехали, поехали. Я тут отсмотрела новый материал, бесподобно. Черные бородатцы. Прекрасно. Он нам так понравился, что мы решили сделать о нем отдельное видео. Например, начнем с того, как он сидит, пьет и травит байки. Ага. Бухает. Да с бабами трахаться. Потом сцена, как он носится по своей лодке. Прости, кораблю, ошиблась. Лодка. В общем, скачет по палубе, висит на канатах и сражается. Конечно, придется немного отредактировать материал, но все равно будет здорово. Как будто он типа бабуин, блядь. Мысли. Извини. Ну а, вот сейчас приедем уже. Ну, открывай. Бонжур, сова, не опоздали? Нет, вы можете... Абстерго. Обсуждаем проект Кеновые. А, да, конечно. Извини нас, я тебя позову. Ну так шевелись, блин. Это недолго. Привет. Привет. Да, привет, привет. Есть минутка? Конечно же есть. Я отметил точку на карте. Иди туда. Пытаюсь подключить все камеры к центральной системе наблюдения. А я уже там был. Из них надо... Только, по-моему, в другой игре. Заперто. Не проблема. Вуаля. У тебя второй уровень доступа. Обновлю коммуникатор. Интересная мера предосторожности. Похоже, тебе придется подобрать комбинацию цифр, чтобы подключиться. Все просто, да? Выбираешь селектор и меняешь номер. Как подберешь верную комбинацию, получишь доступ. Ну давай. Вот и все. Легко и просто, как рулон Бекроста. Есть. И если нам нужна информация об ассасинах, тамплиерах, обсерватории или другой хрени, ты, Оливье, нам ее предоставишь. И предоставишь. Ага. Я понимаю, Летиция, я неверно выразился. Мы не хотим никому мешать, но у нас на данный момент совершенно нет ресурсов для двойного исследования. Или расследования. Моя задача — найти ресурсы. Эти игры — всего лишь способ оплатить проект, который намного важнее. Так устроен мир. Больницы строят на грязные деньги. Все ясно. Да, Летиция, мы понимаем. Этим занимается наш лучший сотрудник, но нужно время. Это нужно. Хорошо. Спасибо. Вам обоим. С нетерпением жду результатов. Увидимся на встрече акционеров, Оливье. Обязательно. Удачи. Слышали? Поняли. Однак! Для этого еще слишком рано. А для чего не рано-то? Пойдем. Что дальше? Делаем, как она сказала. Ищем обсерваторию. Ищем. Только вы-то каким боком нахрен обсерваторию-то? А
ассасины, тамплиеры, дурдом. Я тут заинтересовался встречей акционеров. Может, проникнешь в кабинет Оливье и найдешь его расписание? Что, не нравится идея? Давай. Я на тебя настучу, хакер. Ты у меня в руках. Да пошел ты нахер. Почему? Не хочу ломать тебе жизнь. Делай, что говорят. Так, давай-ка теперь к окну. Вау. Давай, кати меня. В кабинет Оливье через дверь, но есть другой путь. Наверх. Знаешь, что Абстерго... Красивый городок. Блин, машины ездят. Похоже на бред, но ведь и полет на Луну был сфабрикован, так? Выходит, все возможно. Значит так, либо входишь в кабинет, либо прыгаешь вниз. Треть... А, браво, дружок. Найди компьютер. Ой, ёж ты. Внимание! Перемещение потоков постоянно отслеживают защитные программы. Обойди их, иначе они уничтожат твои данные. Попал? Нормально? Обход протокола защиты. Кому? Мэндлиным. Ну, это кому надо, тот пусть читает. Жмет на паузу. Читает. Я вот, кстати, раньше все читал. Вот, блин. Когда первый раз проходил. Такая история... А сейчас это все просто святая земля, Египет, французская революция, наполеоновские войны. Кстати, с Наполеоном, да, вот. Она у меня не пойдет. То есть она у меня идет, но она не записывает. Мощей не хватает. С Наполеоном Бонапартом. О, Жанна Д'Арк. Сожжена за революцию. Господи. Аж в горле что-то. От себя потомок Франсуа Кассие Гарно, известного квебекского историка и поэта. Да, Оливье Гарно. Оливье, ха-ха. Лежишь пауза, ха-ха, два раза нахуй. Ну ладно. Кому надо, тот может, кстати, и так почитать. Я уверен, где-то это все должно быть. Памятка. Ну ты даешь. Пиратство у тебя в крови, да? Теперь спускайся в холл. Курьер тебя уже ждет. Ха-ха, да-да. Я так все и планировал. Так, стой. Секретарша. Минутку. Кое-что сделаю. Давай. А я пока посмотрю. Кстати, смотрите на город. Реально красиво. Да, вот так вот. Только птицы на такой высоте навряд ли летают. Потому что и так-то небоскребы. А птица-то здесь что забыли? Ну давай уматывай. Такая наивная. Теперь бегом в холл, пока я отсюда не взорвал чертям твой наушник. Ни хрена ты мне не сделаешь. Даже не думай меня выдать. Я не оставил следов. Это все ты? Это все я. Я, кстати, этому горд, что это я, а не ты. Лошарик. Вот так вот сделаем. Надеюсь, меня видно, мой фейс? Ха-ха, два раза, значит, блядь. Где эта красотуля? Как тебе, мой Лунга? Я старался. Смотрите. По-моему, ты его передержал. Красивая, да, штанишки? Это не зашифрованный код, а просто чертов кофе. На. Смотри-ка, у нас гости. Привет, я тут зашла за новой посылочкой. Эх, а говорила ко мне. Да, это как бонус, один из. Что там? Один из. Конференция в Чикаго. Замечательно. Спасибо. Будем на связи. Чао, Ребекка. Пиши мне. Да ну тебя, Шон. Ну так, Ребекка, значит. Привет. Прекрасно. Ладно, идем.
У нас до обсерватории пару шагов. Отлично. Извини, что наорал на тебя. Это все ради благой цели, честно. Ой, заткнись нахрен. Мне твои оправдания. Работай, пока. Дыра. Я с тобой свяжусь. Так что... Пойду-ка сяду за свой столик лучше вот. Мы нашел кое-какие данные по Жанне Дар. По Жанне Дар. Вот статуэтки. Так-то их много можно собрать, если все выполнять, все делать. Но я сомневаюсь, что у меня их будет много. Да я и к этому и не стремлюсь, хотя раньше я делал, да. Много и до хрена. Я предчувствую беду. Ты пострадаешь. Я не переживу. Я буду осторожен, обещаю. Как только обустроюсь, я пришлю за тобой, клянусь. Кэролайн, уходи! Не мучь себя! Незачем лгать, Эдвард. Ты хочешь гоняться за ветром. Я тебе ни к чему. Поверь в меня, Кэролайн! Без твоей веры я ничто. Решил доверить чувство бумаги? Просто весточка домой. Я думаю, она давно забыла. Так, как вы тут без меня? А, твое сердце слишком жестоко. В остальном же он излишне мягок. Шутник нашелся нах. А вам-то что до того, где он размяк, мистер Рекхэм? Хочешь знать мои секреты, да? О, да. Хоть маленький намек. Май. И солидный, если вы истинный джентльмен. Дай руку. Маленький намек. О. Что это? Может быть, корабли заходят в порт? Господи. Что там? Не понял. Ни хрена, вот на чё это я не могу как нормальный человек спуститься там. Что случилось? Ну-ка расскажите мне. Да, будь я проклят. Йорк устал от наших проделок. Что за тип? Капитан Вудс Роджерс. Не попасться бы ему на глаза. Желаем говорить с теми, кто называет себя правителями этого острова. Чарльз Вейн, Бен Хорниголд и Эд Тэтч. Объявитесь, господа. Насчет помилования, небось. Что это Хорниголд делает? Червяк трусливый. Что же вы задумали? Благодарю вас за радушие, капитан Хорниголд. Я полагал, приятно. Ну давай. Не путай невежливость с почтением, губернатор. Я согласен вас выслушать. Но не тешьте себя иллюзиями. Хорошо сказано. Такой честности я не ждал ни от кого из пиратов. Свою очередь отпишусь вам, Шалатей. Вот увидите, губернатор Роджерс. Эти крысы еще покажут зубы. Ну же, коммодор Чемберлен. Я дал капитану Хорниголду слово, что мы будем беспристрастны. Это вам не поможет. Такие, как он, пятно на репутации его величества. Опухоль для нового света. Король хочет истребить их, скажем прямо. Блин, а тот-то как-то залез. То, что нам заменяет ее.
здесь грязно, как в конуре. Капитан Хорниголд, созовите людей. А ты что, в конуре был? Рэхам, Бэйн, быстро к губернатору. Прихватите Бёрджеса и Кокрема. Приехали на остров свои права качать? Обыскать все! И не церемоньтесь с этим отродьем! Так, я не понял, а вы кого вообще ищете? Это первоначально. Да, но король не преуспел на всем поприще, верно? До сих пор все попытки были тщетны. Думаете, что говорите, губернатор? Вы здесь по его воле. У меня свои методы, коммодор. Будьте любезны, уважаемые. Так. А ну расступитесь! Дорогу эмиссарам короля! С дороги, отродье! Живо! Мы ведем переговоры с теми, кто правит этой общиной. Остальные могут продолжать заниматься своими обычными делами. Ну же, прочь! Прочь! Коммодор Чемберлен, проследите. Мать его! Блин. Ладно. Сейчас будем смотреть, как за ними следить нахрен. Все попытки были тщетны. Думаете, что говорите, губернатор? Вы здесь по его воле. У меня свои методы, коммодор. Будьте любезны, уважать. Уважать? Да за что вас уважать-то? Объясните этим пиратам раз и навсегда, что не стоит связываться с эмиссарами короля. Не стоит настраивать людей против них. Мы лучше нужны, однако нас могут взять числа. Медленно, но верно убедите их. Вот наш метод. Какой вздор! Затопим все корабли, что ходят не под флагом короля. Поступим иначе, покажем им свою слабость. Да молчите! Я губернатор на службе у короля, черт вас дери. Поэтому все решения остаются за мной. Вам это ясно, сэр? Да, сэр. Все предельно ясно, сэр. Кто там на меня нацелился? Ой, я здесь был, человека спасал, помню даже. Пирата, если не ошибаюсь. Не выходит ничего. Вот наши позиции, коммодор. Все готово. С хрена ли на нашем острове ваш замок? Глупцы чего-то стоят. Какой вздор. Вернитесь на пост и ждите приказа.
Понятненько. Еще вот один ходит, что-то высматривает, выглядывает. Проникните в форт. Да, без проблем. Только подожди. Вот так. Из тебя возьму. Как сюда проникать, я знаю. Бывал уже. Так. Давай, 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 давай. Опа. Давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось. Блин, еще в дождик. Вот так бы дождика, блин, так не хватает. Вот так. А, дверь-то не открывается. Прошу прощения. Всем адмиралам, капитанам и другим морским чинам, всем губернаторам, командующим фортами, замками и другими укреплениями в заморских колониях, и всем офицерам и государственным служащим, не колеблясь брать в плен тех пиратов, кто откажутся или не пожелают сдаться. Так. Пока идем, все нормально. Вот и все. Уходим, уходим, уходим. Так, блин. Из-за множества людей. Блин.
Давай. Стреляй в него. А колокол-то испорчен. Чё вы его не бьете? Интересно. А ты почему больше никого не бьешь? Кто где? Сейчас подохнет. Вот и все. Давай. Да блин. Вот так. Украл? Ограбил? Примите королевское помилование, господа. Обдумайте все, прислушайтесь к голосу разума. До того времени вы все пленники на носу. Как ни прискорбно, но королевское помилование – ваш единственный шанс. Губернатор слишком добр к вам, червяки. Передайте своим. Если не примете помилование, мы сотрем этот городишко с лица земли, а всех вас вздернем чертям. Тихо, коммодор. Мы глашатые, а не палачи. Да, конечно. Пока. Не палачи они. Еще какие палачи? Благодарю, сэр. Храни вас Бог. Я думаю, для нас это знак свыше. Примем помилование и сохраним остатки чести. Ну нет. Я ни за что не сдамся этому хлыщу. Не глупи, Вейн. У нас была редкая возможность, шанс из ничего создать свое правительство, которое возглавят те, кто прозорлив. Прошло 2 года, и что? С меня хватит ошибок. Он дело говорит, а вы боитесь признать. Адьё. Вы чертовы пропойцы. До встречи на плахе. До встречи в аду! Глупцы! Ага, мы же что, и глупцы нахрен. Мне нужно выпить. Повредите сигнальный колокол без суступа. А, надо было 3. Ничего страшного. Так, а где я должен оказаться? Ага. Просто выйти отсюда. Просто выйти отсюда, это просто. Не разобьюсь. Вот так. Кто больше не тыкал в меня ружьем. Так, а где я там прыгнуть-то можно? Где море-то, ёк, твою мать вашу? О, а какое море? Мы пойдем другим путем.
На. Вот и все. Вот мы и вышли. Шишли-мышли, сопли вышли. Подожди. Народ любит казни. Нехорошо лишать людей зрелища. На. Кусок дерьма. Сапог соскребать буду. Ну-ка, давай-ка так. Так проще нахрен. Грация, благодарю. Теперь я ваш капитану. Ничего страшного. Сейчас я с этих козлов поимею. Что, пули нет? А с этого ублюдка... Вот так вот. Вот он мне и вернул мою пулю. Сейчас мы разведаем тут. Минутку. Ну давай, 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 ползи, ползи. Эх, вот он. Дух авантюризма. И все-таки мы не перестали ладить кокна к любимым женщинам. Да... Красиво. Красота. Мать его. Тихо-тихо, много-много людей. Блин. Вот видях это вообще не тянет. Да стойте. Потому что она на запись уходит, на качество записи. А без этого никак. Так что... Да мать его! Почему такая вот эта вот... Как сказать, детализация вот эта нахрен, которая не нужна. Сделана. Уж слишком большая. Весит много нахрен. А смысл, блин, так же, как вот во второй и в третьей нафиг графика-то. Надо же. Вот Иуды. Тошнит, как подумаю, сколько раз я мирился с этим самодовольным трепачом Хорниголдом. А вы человек принципа, капитан Хорниголд. Полагаю, вам я смогу доверить мои планы. Справимся, Чарльз. Надо верить. И честь сохраним. Вот это вера. Поделишься своим планом. Покинем Нассау, это очевидно. Уйдем в ночи. Перегруппируемся в бухте. Так, и дальше что? Англичане разгрузились на берегу. Нам надо украсть пороху и смолы. Сделать брандер. Да направить его на блокаду, разнеся ее к чертям. Ага. Возьмем корабль Рекхема. Капитан он аховый. Да не капитан он, говно. Моя совесть чиста. Ладно. Значит, ты иди за порохом, а я достану смолу. Давай. Ведь это план. Одной серии убийств. Тут еще, господи, серии убийств. На. Так, тебя мы грабим, нет? Нет. Где-то вот здесь вот. На. Вот так.
Давай. Вот сюда. Дебил. Ну что с дурачка взять? О, здесь там, да. Давай. Сейчас захренакают здесь. Надеюсь, много людей. Прекрасно, прекрасно. О, тут еще и склад есть. Ну, он мне не нужен. Че, алам, алам. Давай. Давай. Ну-ка, давай-ка. Взял. Падла. Пройдем. На все. Ну-ка. Вот мы ограбили. Да давай далее. Это так, сопутствующе. По пути, так сказать. Пойдем. Где-то вот здесь у нас. Вот мы дальним путем пойдем.
Ой-ой-ой. На. Бум. Подожди. На. На. Вот так. А смогу я его так украсть? А они пусть все стоят, смотрят туда пока. Опа, украл. И меня тут как будто бы и не было. Ну давай, давай, давай. Так. А мы оббежим вот это место. Да вот он я. Господи. А чё ты за мной повязался-то? Я тебе что сделал-то? Ну, мимо пробежал. Ну так мимо же. Так. Охренеть, в этих кустах драться только. Вот и поговорили, в общем-то. Да подождите вы. Давай. Охренеть, а я вам что сделал-то? Ой, подбросил аж. На синхронизацию. Зачем вам эта вышка вообще вот так, по идее? Неизвестно. Так. Ну-ка давай-ка еще разок. Все, теперь-то тебя никто не спас, да? Используйте дротики на страже. Ни хрена себе, я чую. Ничего больше делать нечего, как на них дротики и пользоваться. Так, на одном сделал, и все, и хватит. Ой, кстати, мне вот через этот потом переулочек, проулочек, нахрен.
тащиться, следить или кого-то там убивать надо будет. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Видеокарту надо. Видеокарту. Так. И тогда можно будет уже более игрушки-то записывать. Что-нибудь помоднее. Хотя старый это тоже прикольный. Правда, это не... Я даже не знаю, она считается старой вообще вот эта игра или не считается. Еще неизвестно. Парни, шустрее. Чертова пенька. Лейтенант. Есть. Коммодор считает, будет бунт. Он приказал затопить все пиратские корабли в этой гавани. Немедля. А воля губернатора? Это прямой приказ, солдат. Отправляйтесь на пришвартованный галеон и ждите дальнейших приказаний. Вам все ясно? Да, сэр. Нам все ясно. Да, сэр. Вот коварное отродье. Перережем ему глотку, пока он не протявкал свои приказы. Думаешь? Не то застрянем без хода. Придется убить. Да вы же рехнулись. Я не собираюсь убивать коммодора, слугу короля. Ты дебил, что ли? Тут рисковать никак нельзя. Иди, я дождусь. Уж я-то пойду, да. Так. А вот их и выследить и надо было, я же говорю. Наверное, вот их через канал-то. Дело срочное. Проходим. Роджерс и Чемберлен, похоже, рассорились. Но из-за чего? Думаю, коммодор невысокого мнения о месте. А еще ходят слухи, что Роджерс якобит или даже католик. Что еще хуже? Бывает и хуже. На. Блин, даже не знаю, что вам надо-то от меня. Я слышал, коммодор Крыл Роджерса на чем свет стоит. Из-за чего они сцепились? Не бей губернатора. Он бывает непредсказуем. По правде, я больше боюсь коммодора. Он серьезный малый, так. Шуток не любит. Вот так. Избавились от помех. Так. Охренеть. Вы меня дождетесь, ребята? Clear shot.
Так. Блин. Блин, мне вниз надо, да? Разбился нахрен. А нет, смотрите-ка. Что это такое? Прекрасно, ладно. Сейчас мы это сделаем. Залазь. Да подожди, это я уже почти уполз. Вы меня даже и не признаете, что это я. Так. Блин, блинский. Надо еще выше. Сейчас поднимусь. Так. Блять, вот кто так? Охренеть! Сейчас думал, раз хренакаюсь там. Столько пушек, блин. На! Королевское помилование, коммодор. Что же стало с верой в честное слово? Можете засунуть в жопу. Тронулся. С чего бы это нам защищать всякое отребье? Вы, чертовы паразиты, наживаетесь на честных людях. Не хуже вашего короля Георга. А ну не забывайся. Ты можешь отнять у меня жизнь, но твоя не станет лучше ни на грош. К чему все эти разговоры? Если бы не этот дикарь, губернатор Роджерс,
Я бы всех, кто тут есть, развесил на траверсах. Червяк. Всех вас! Так, а мне сейчас бежать надо, да? С корабля. В воздухе. На нахрен. Аж самому смешно, ужасно. Вот и все. Убег. Убег. Ну-ка. Пират! Спасайся, кто-то... Конечно, пират, это же Насау, блядь. Поймал. Пойдемте со мной. Блин. Куда бежим-то? Куда мы бежим? А, запускать, точно. Бомбу запускать. Хочешь отвадить стражу? Да. Есть такое. Блять, потопить мою галку. Вы охренели, что ли? А кто ли еще выпить, что ли, еще? О, сундук, подождите, сундук. Все, честь по чести. Едет жених к невесте. С ними свита напудрена завита. Сзади сундук, карамели да фундук. Или как? Ну, не как-то так оно должно было быть. Ну, давай. Вот он. Стих. Давай. Коммодор мертв. Все готово. Почти. Загвоздка с галеоном, потому что пора. Проклятие! Прикурить думал, кретин! Тут пороху хватит, чтобы весь Нью-Провиденс взлетел на воздух. Отстань от меня! Да что ж такое? Идиот! Молодец! Вот. Так его. На борту нашего галеона краснопузые. Освободим его и прорвем блокаду при помощи пушек. Это я запросто. Это я хотел бы сделать, да. О-ху-ху-ху-ху! Давайте, да, там что, Джеймс Бонд поджидает еще. Надо, блядь, тоже его завершать-то как-то. Бонда Джеймса. Иначе нельзя. Осторожнее, капитан. Тот Обросовки дверей к ветру! Так. Отдать все! Вперед! Бомб Рамсель Бритта на подходе! Смотри! Ловит веселя! Блин! Нахрен! Потопим! Потом и дорога! Снимайте знак, капитан! Давай.
Твою мать! Я его сам протаранил. А так все хорошо начиналось. Это вот. Нехрен пить, блядь. За рулем. Оно. Ну да, нет, за рулем. За штурвалом. А что самое удивительное, у болида тоже штурвал, а не руль. Так, потопите корабль с помощью пороховых бочек. Так. Брита на подходе. Смотри. Слева, оглохли там. Подписал. Давай. Вон слабое место. Хорошо, водичка. Боя готов. Готовы, сэр. Бли. Давай. Стреляйте вон туда. Лиселя. Стреляйте прямо туда. Готовы, сэр. Держаться, парни! Блять, вот... Трави! Трави! Гардели выбрать! Стреляют! Поймали сверху! Там скорость... Бли! Вон слабое место! Хватим и дорога! Так... На. Боя готов, сэр. Ударьте туда, это их добьет. Вот им и дорога. К бою готов. Паруса отдать. Так, куда же ты ведешь? Шевелись, коллеги, к парусам. Все наверх, у шевелите. Них подкрепление. К ним идут их друзья. Бли. На. Они унесли. Здесь надо бить! Подходящая дистанция! Так. Зал! Гэп, стреляйте вон туда! Проклятие! Спустить все, кроме того! Дайте туда, сейчас их добьем! Батым и дар... Все паруса отдать! Так, пока идем хорошо. Рифить все морселя! Давай. Стреляйте прямо туда! На! Убавляй от ветра! Спустить паруса, ловим ветер! Бли! Подходящая дистанция! На! Батым и дорога! Еще парусов! Так, надо догонять! Добыча. Не важно. Нам-то за ним не надо идти. Топ-фалы подтянуть. Убавить парусов. Брандер вот-вот взорвется. Уходим, капитан. Паруса спуска. Убрать гроты. Надать скорости. Давай. Все наверх. Отдать паруса. Военный корабль, Кэп. Мы прорвались. Покончим с ними и уйдем с победой. Господи, понял я, куда мне теперь надо. Как тебе, Кенуэй? Мы молодцы, правда? И это еще не все. Готовы, сэр! У них мортиры! Мы столкнемся! Удачная позиция! Плотнее водички! Блин! Плотнее водички! Что, хорошо водички? Так. Где этот? Где он тут? Мне показалось, что где-то корабль у нас. Доберитесь, добрался. Уже... Вот так заваруха. Ха-ха-ха! Горите, подлецы!
и к черту помилования! Так радуются, будто добычу взяли. Так, минутку. Поехали дальше. Подсказка. Улучшите различные части своего корабля у капитана порта или в каюте капитана. Став сильнее, вы сможете побеждать более мощные корабли. Это мы знаем. Но у меня сейчас чертежи нужны, чтобы стать еще более мощным. А чертежи, ну, где как находятся, искать надо в основном в сундуках, которые зарыты. Это я точно знаю. Господи, это что за баба там? Кит. Столько всего было. Да. Соболезную. Еще и Тэч сбежал. Но это не беда. Вейн ушел на поиски, вскоре и я за ним. На этом ваш эксперимент с демократией окончен? Господи. Да. Мы делаем, что хотим, спешить некуда. Боже правый, Эдвард. Ты хоть что-то ценишь в жизни, кроме чертовых денег? Что на тебя нашло? Жизнь, приятель. Жизнь. Жизнь. Смотри, эта крыса и тебя утащит на дно. Эй! Я пережил многих, избравших этот путь. Чё? Ничего не поделаешь. Так, вот. Подожди. А, ну да, потом вниз спущусь. Там можно будет улучшить. Так, а где тут войти-то? Войти. Пустите меня в дом, мать его. Да куда ты, блядь, ползешь? Для начала давайте посмотрим, что у меня с ключами. Опа, есть ключик еще один. И еще один. Итого три ключа. Осталось еще два. На дом до сих пор не похоже. Будем купить. Что купить? Покупаем все. Что, один раз только? Чего-то все еще не хватает. Купить. Что бы добавить для полного счастья? Давай. Все купим. Вот себе я ни в чем не откажу. Пусть будет, чем не будет лучше. Купите 5 улучшений для убежища. А что, уже купил, что ли? Все 5? Так, а я помню, где-то на побережье был этот, которому мы обещали все, да, улучшить, улучшить, так и не улучшили. Сейчас улучшим, вот.
Вот он. Давай, что ты хотел бы? Я тут подумал, капитан. А что, если нам разжечь на берегу костер, а? И все? Ребятам давно пора расслабиться чуток. Жги! Твою мать, я-то думал, у тебя что-то более такое. Добрый капитан заботится о своих людях, так? Ребятки Умпю печальны, что здесь нет дам для увеселения. О, это да. Я знаю, где их найти, но сперва нужно построить для них дом. Строим. Это без разговоров. Мы же пираты, а как без баб и выпивки? Итак. Теперь, когда у нас все есть, мы отправимся. Давай. Да твою мать-то. Грёбаная обезьяна. Добрый вечер. Ты же понимаешь, что мы идем к рулю. Выйти в море. А, меню быстрого перемещения. Ну-ка, давайте посмотрим, куда мне. Ну, там еще какая-то карта даже валяется. Вот сюда. Переместимся. Быстрое перемещение. Что, еще на одну миссию, да, может быть, даже хватит нас. Еще паруса отдать! Отдать все! Так, мы нам куда так разворачиваемся? Куда нам? На! Держись крепче, будет туда! Давай. Тихо. Блин, я одного из экипажа потерял. Все. Суки. Сами в нас врезались, еще кого-то. Снизить известность. Ну что, по рукам? Это правильно. Поймать ветер! Теперь нам хватит материалов, чтобы улучшить корабль, сэр. Еще парусов! Материала, чертежей не хватает. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько мне придется? Так, вот этот оплываем. Там еще один. А че вы человека не спасли? Слева! Этот бедняга выжил. Ну и пусть плывет, если выжил. Не будем ему мешать. И вот этот остров оплываем. Правый борт, кэп. Груз Морриса. Глядите. Давай.
Скоро будет обсерватория. Давай. Oh, hey, one, we want the balloon and G. Oh, hey, yeah, we want the balloon and G. Это из сериала Лекс. Брюнен Джи, гимн Брюнен Джи. Он там пел. А, по-моему, особенно в первой серии. Когда уничтожают их расу. Он там пел ее. Начать задание. На его самые. Господи, я-то думал. Ну ничего. Ты нас всех разочаровал, Тэтч. Решил остаться тут, значит. К черту его. И всех вас, кто последовал за этим пронырой в безвестность. Он просто глупец. Да неужто? Ты пришел звать меня домой. Благодарю за веру. Но Насау больше нет. Это мой финал. Я так не думаю, друг. Но и не вправе тебе указывать. Ты все еще ищешь мудреца? Да. В том месяце я взял корабль. Так там люди говорили, что некий Роберт сходит на принцессе. Попробуй проверить. Принцесса. Спасибо. Пожалуйста. Что ж ты как бочонок с дохлой рыбой? Мы празднуем мою отставку! А ну, откупорьте ему завтрак! Оставь мне парочку. Чё, проследить? Ну давай. Не видишь никого, да? Дезертир, который меня узнал. Я перерезал ему горло, он и пикнуть не успел. Тебя видел? Не думаю, сэр. Но Кенуэй что-то подозревает. Он пёдный. Расскажи про Берри. Кто еще сборище, сэр? Пьяные до смерти. Это нам на руку. Ай-яй-яй. Расскажи мне про Тича. Кто он еще? Он Тэтч, сэр. Так он себя зовет. И он просто чокнутый, сэр. Совершенно свихнулся. Чокнутый? А если подробнее? Ну, сэр, вот взять, к примеру, выпить он мастак, но не как все. Берет обычный флит с ромом и сыплет туда полкружки пороху. Я не ослышался. Ты сказал пороху? Да, сэр. Для забавы. А порох делают из селитры. Селитру брали из говна. Команду из
запер в трюме. А сам начал жечь серу и прочую вонючую дрянь. Сидели как грешники, гниющие в отхожих ямах преисподней. Ни больше, ни меньше. Боже, но для чего? Команду проверял. На прочность и выносливость. Пока что на корабле крепче его людей не нашлось. Я думал, живым не выберусь. Черт, вы дикари. Смелее, Сов. Их конец уже близок. Идем. Пора. Живей, подавай сигнал. И запомни этот день. Какого черта? Охренеть. А, доберитесь до галки, вон она у меня. Да мать его, ты можешь бежать? Я охуеваю. Господи, она у меня все время здесь была. Вот и все, нахрен. Еще раз пробуем. Знал бы нахрен, что она здесь припаркована, блядь. Так ни хрена, через огонь бы пробежал. Пока ты залазишь. Капитан на вахте. Руки по ветру. На. Вот так. Куда вы, падлы? Сейчас вас на абордаж брать будем. Давайте, хватайте этих тварей. За жабры, блять, их. Убейте команду 20. Уничтожьте запас пороха на вражеском корабле 3. Вот так. Как ты там,
пока нормально держусь. На. Ты пробьешься, парень! Справишься! Давай, бей его! Вот она! Дорога вам! На, нахрен! Давайте. Давай. Вот так. Такие морские казаки. Ну да, так-то Эдвард Ищ, если я не ошибаюсь, что-то до хрена ранта схватил в своем последнем бою. Дьявол, раздери! Где Галка? Вот она, Галка. Подбита, конечно, вся, но ничего. Уйдите в открытое море. На. А ну вот сюда. Охренеть, попали, да? Давай. Уходим, уходим. Где ушел. Задач? Убит? Капитан? Тэч убит. В вечных муках. Убейте стражников. Подбить линейными тяжелыми ядрами. Так, тяжелыми так, блядь. Так. А мне-то куда? А мне вот сюда. Ну-ка давай. Оттуда вообще какое-нибудь местечко надо поближе открыть, потому что мало ли. Хоть какое-нибудь. Ох! Так. А вы-то что купаетесь? Купаться только один я могу здесь. Вон еще один стоит в воде, то ли труп, блядь, то ли... Да, блядь.
Грёбаные обезьяны. Выйти в море, все правильно. Заметив труп, враги начинают что-то подозревать. Вот сюда вот. Идем. Ну-ка, давай-ка. Все равно по пути. Будем срезать, значит. Так, а здесь у меня что? Уорд. То ли взять его? Нет, ладно, я его потом возьму. Без это, без записи. Это же не принципиально. И все. Откроется местность. Он опять отлынивает, собака. Кто там? Блин, корабль там весь подбитый, перебитый нахрен. А с другого корабля я смогу починить полностью всю галку? Вот интересно знать. А все плавают и не знают, да, что я пират? Может, блядь, все известно давно всем. Эй, там горбач! Да. Так. Сюда мы плывем, чтобы... Ага. Блядь, чтобы нырять. Нет. Нам эти нырки нахрен не нужны. Я-то думала, оно-то оказалось. Ну давай, плывем на всех парусах. Ой-ой-ой-ой-ой. Сохранил. Ну там куда-то в локацию. Да, вошли. Спокойно. Вот, кстати, я так понимаю, что это в минутах можно, да, измерить. До него плыть 2 минуты. Блин, мы еще против волн-то плывем. Ну, учитывая, что от 5000 осталось нам 1800, я думаю, мы быстро доплыли. Неизвестная местность. Да. Там корабль. Осторожнее, капитан. Тут постоянно патрулирует враг. Так, а здесь что у нас? Ну, можно, по идее, сюда зайти. Ну, только у меня корабль-то ни хрена не полноценный. Боюсь, на полную-то мне воевать-то не получится сейчас. Чтобы просто взять его на таран нахрен и расхренакать. Хотя, мне кажется, туда меня сейчас и отправят. Давай. Что за задание? Значит, Тэч погиб. Проклятие. Их было больше. Я не пробился. Он был сущий дьявол, а вот душа металась. Сложно отбросить то, чем жил раньше. Да. Мой отец любил побрюзжать.
кто хочет купить собственный корабль. Я буду капером, вот увидишь, Чарли. Твой старик будет капитаном. Но пошел на дно бочки с виски. Так, Кенуэй. Я тут думал про твой план, про эту обсерваторию. А вдруг это байки? Не-не-не. Есть одно судно работорговцев. На его борту некий Робертс. Он отведет нас. Они работают на Королевскую Африканскую компанию. Что ж, найдем корабль, расспросим. Да. Только без агрессии можно как-то вот взять вот такого. Поймать ветер! Куда идем, капитан? Ищем работорговцев. Королевская африканская компания. Уж не задумал ли ты торговать рабами? Нет, проклятие, Аде! Что за вздор ты несешь? Нам нужна информация. Надо выяснить, где принцесса стоит на приколе. Принцесса? С рабами? Да. Черная борода сказал, там можно найти мудреца. Чтоб каждый парус наполнился ветром! Марфли! Капитан, мы подобьем торговую шхуну. Вот черт! Так трудно держаться условленного курса. Давай. Искать-то все равно нам. Давай. Так, мне это хоть туда плыть? Да, даже еще можно чуть левее взять. Где он тут прячется? Так. Где же ты? Где? Звездочка алая. Или малая, или там, как поется она. Блин, я думал корабль. Ну попади же ты уже! За нами корабль, сэр! Меня всех стреляйте вон туда! Мимо цели! Хорош бездельничек! Все пусти паруса, ловим ветер! Мне сейчас не до вас! Ждем приказа! Хрен ли встали на моем пути? Спустить все, кроме грота. Так. Нагитовые. Ну-ка, чем? Смогу ли я? А смогу ли я? Контрабандисты. Так. Об колючки не поранится.
глубоко. Кто там, мурены? Давай, давай, плыви. О, нет, 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 нет. О, сейчас, подожди. Да твою мать, повыше. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Неконтролируемо. Как вот его сюда занесли, вот сундук. Вот это вопрос. Давай. Только когда я полезу, он, по-моему, да, выбросит. Ну, смысл тогда. Да тихо вы. Так вот Бэтмен отдыхает. Я думал, может, что хорошее тут у вас. Да не туда. Все. Не ожидали, да, такого? А на этом-то было ожидать. Ну вот. Найдите корабль Королевской африканской компании. Немного от миссии отклонились. Не, я же только что тут был. Сука. Ну что команду-то дрочить? Оно такое было, когда мы сюда приплыли. Так,
Дальше ход! Поднять лисели! Утесы! Все, давай! Тихо. Все паруса, живо! Еще паруса отдать! Давай. Бросок ветерей, поднять паруса! Еще парусов! Где-то тут еще что-то есть. Затопи корабль, Кенуэй. На его борту сотни невинных душ. Знаю. Лиселя отдать! Вперед! Все паруса отдать! Спугнули! Они удирают, капитан! Болваны! Я их догоню! Ветер кричает! Черт, мимо! Готовы стрелять, сэр! Сау! Так и корабль потопить недолго. Подойдем ближе. Давай. Твою мать! Блин! Давай! Только дайте знать! Подойдем ближе! Все, остановили! Подойди к борту! А ну быстрее! Что, людей забрали и ушли? Догоним их, Кенуэй. Убью тех, кто затопил мой корабль. Спокойно, друг. Помни об истинной цели. Обходим форт, капитан. Их пушки дальнобойные. Пли! Ой-ой-ой. Так. Высаживаемся. Найди капитана. Ко мне, недоумки! Шутки безмозглые! Пушки и сталь громче криков и плевков, Бэйн. У меня всего порядком. Найди капитана. Давай. На палубу крыс не пускай! На. Тихо. Захренакаем. На. Так, перезарядим. Привет! Да твою мать! Давай! На! Вот так! На! Да я смогу убить или нет кого-нибудь? Всех уже расхлестал. Он говорит, принцесса отходит из Кингстона каждые пару месяцев. Ясно. Ложимся на курс.
Вы разнесли паруса и текелаж в клочья! С вас причитается! Черт, Бэйн! О, Чарльз, ты просто дьявол воплоти! Не зли меня, Джек! О, злить тебя моя работа, Чарльз. Парни! Ну, мы с парнями потолковали, пока вы там теряли время. Ну и они решили, что из меня будет капитан получше, чем из вас. Ой-ой. Я тебя в клочья разорву, предатель! Это вам можно продать за десятку в Кингстоне. А с вами, пьянчуги, лучше не рисковать. Ты пожалеешь об этом дне. Да, а мы пьянчуги, значит. Связать и за борт. Давайте. Блять, а я форт мог бы взять. Брюхо вспорю, а потом я вытащу твои кишки и натяну на лютню вместо чертовых струн. Хватит тебе скулить, Вейн. Толку никакого. Ну-ну, бесстрашный Эдвард Кенуэй. Молю, капитан, скажите, как нам спастись. А может, вы столь ловки, что сможете управлять лодкой без руля и паруса? Закрой пасть, Вейн! Так. Чтобы потопить корабль. Блять, а что, так можно было? Ладно, смотрите, какая одежда у меня преобразилась. Не знаю почему, но, блядь, не в этой одежде я бегаю. Давай, не впервой. Или это мое прошлое? А, не двигайся! Этих устриц я заберу себе. Ты безумец! На острове полно еды, стоит только глаза разуть! А я разул олух. И вот что нашел. Дебил! Прочь! Пошел прочь! Слышишь? Не смей меня искать! Господи! Да ты же рехнулся! Точно безумец! Давай-ка для начала я хоть посмотрю здесь, осмотрюсь, я потом, блядь, приплыву и разъебу этот порт. Тупо из-за того, что был рядышком, и, блядь. Я уверен, и порт где-то рядом. На. Так. О, бутылка. Пойдем к бутылочке. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот оно. Письмецо. Рукописи, документы. А команда-то говно оказалась. Вот так вот. Правду говорю. О, я не ошибаюсь. Ну ладно. Ну что ты, господи, за деревом спрятался, якобы тебя не видно. Так. Come on.
there's no drinking after death. And he that will his health deny, down among the dead men, down among the dead men, down, 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 он поет же где-то. Down, down among the dead men, let's him up. Обманывай безмозглых рыбаков, Кенуэй! Это мой остров! Подойдешь, пристрелю, крыса! Мы тут застряли из-за твоих чертовых фантазий, Кенуэй! Да с чего ты взял? Позволю решать за меня еще раз! Не хочешь поговорить, Вейн? Ведешь себя как безумный! Безумный? А по мне так нет ничего безумного в желании выжить! К чему эта ссора, болван? Давай решим все по-людски! Ох, боже! Голова раскалывается от твоего нытья! Уходи! Оставь же меня в покое! Тогда перестань воровать мою еду и воду сам ищи! С кровью тогда успокоюсь! Из-за тебя мы стали искать работорговцев! Из-за тебя же Крэхэм отнял мой корабль! Ой, разнылся, блядь! Ну давай. Опа. А, еще один камень майя. Так. Нахрена, вот я только наверх полез. Вейн! Ну же, друг! На какой он друг? Тряпка. Так. Ой. Кстати, позади-то что у меня хоть там? Ничего. Я за ним, он от меня. Что за идиотик там? А не с ним ли мне здесь драться-то надо, нет? Он в меня стрелять будет, хотя нет, откуда он здесь порох? Такой же, как и я. А вот по поводу хищника все может быть. А, нет, смотрите-ка, действительно по мне стреляет, как бы. Я так думаю. Я предупреждал. Боже, ты выжил из ума. Это честный обмен. Я нашел ружья и бомбы. Боже, Вейн, можно же охотиться. Ха-ха, вот и поохочусь. Ты дурачок. Давай.
Блять, да как тут? Охренеть. Блять, еще и поймать его. Дурочка этого. Все твои чертовы роскошни, Кенуэй. Чтоб я еще раз поддержал твое предприятие. Не замолчишь! Придется убить тебя, Вейн! Рискни! Черт тебя дери! Господи, он. Твою мать. На, задушил его. Нет. Ну и где ты? Один из нас, отродье! Я не желаю ходить по морям, где снуют подлецы вроде тебя! Тебе хана. Тебе не скрыться, Кенуэй! От меня не уйти! Я тебя размажу! От тебя мокрое место останется, Кенуэй! Блять! На части разорву. Еще не сдох? Да нет. Пока не сдох. Я тебя размажу. Тебе не скрыться, Кенуэй! Блин, блинский. На части разорву. Давай еще. Вот от так. Меня не уйти! Вот так. Да как тут залезть-то? От тебя мокрое место останется. Еще дождь. Катись к дьяволу. А только сам не знаю, ты, по-моему, меня в обсерваторию-то и привел. От меня не уйти. На. Да чтоб тебе гореть в аду, Вейн! Вот слюнтяй. Доделать дело и то не смог. Черт подери. И это моя награда за веру в людей. Думал, остолоп, что такую корабельную крысу можно урезонить. Может, Хорни Голд и прав. Миру нужны чистолюбивые люди.
чтобы такие, как ты, все не испортили. Или тебе просто не хватает духу жить без сожалений. Окажешься в аду, не жди меня. Я задержусь. Ну, так вот. Корабль. Освежуйте животных. Ну что, корабль-то здесь забыл? Сетевые события доступны, ограниченное время, когда вы их найдете, они автоматически станут доступны и вашим друзьям. Господи. На собирательство толкают. Большой Инагуа. В одиночку смог увести шхуну? Ловкий ход, капитан. Как и отнять мой брик у того идиота? Братья, я ваш должник. Этот проныра и два месяца не продержал твой корабль, как приполз в Насау за королевским помилованием. Ну так пришлось. Этот Роджерс повис на мне, как пес. Помолчи, Рекхэм. Что теперь? Как прежде в погоню за богатством? Да, и я близко. Говорят, мудрец отплывает из Кингстона на корабле принцесса. Твой бы талант да во благо, Кенуэй. Ищи мудреца с нами. Не по душе мне эта ваша мистика, Мэри. Хочу лучшей жизни. Легкой. Мэри. Честно, мне дано легкой жизни. То китом называть, то Мэри. Поверь мне, от нее одни лишь только беды. Так, Рекхэм. Пора в отставку. Клетку его, блядь, и подвесить. Так, ну давайте-ка посмотрим, что у меня там. Что вам предложить, капитан? Да починить корабль, наверное. Все. Купить. Что у меня там? Мортирные ядра. Зажигательные снаряды есть? Так. Отличная сделка. Ну, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.